Начальник пришел, вы, говорит, на работе, и находитесь на работе. То есть вы пока еще... Да, числимся в водоканале, да, и как бы да. Не сказали, что... Тут сидите. Мы должны на работе находиться, на, вот в этих условиях, да. Сейчас пойдем к ней, нам, в кабинет, туда. А что, вот тут, что, скоты, что ли, или что? Если на работе, значит, давайте нам технику или как. А вам вообще что-то обещают? Сокращать? Под сокращение, понял? После 23 или 25 числа? А до 25 мы должны где-то тусоваться. На работе находиться. Либо в конторе, либо на улице возле конторы.